В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Их крики не нуждаются в переводе. Вместе с болельщиками Франции и Аргентины за команды болеет Алина Мусина. Натали Турс отменяет чартеры в Турцию, Испанию и Италию. Обращаться надо к своему турагенту. Турагенту, который пишет, соответственно, это письмо на возврат. Что делать тем, кто остался без путешествия, разбиралась Лина Зинатулина. В кино и наяву. Я верю в нашу сторону. О вере, надежде и любви Данилы Козловского узнал Дмитрий Аренин. Юбилейный мордовский праздник солнцестояния. Здесь Татария моя, сторона родная. Колорит праздника оценила Альбина Минибаева. Плей-офф чемпионата мира по футболу открыли в Казани. На газон Казань-арены вышли футболисты сборных Франции и Аргентины. Итог встречи 4-3 в пользу французов. Аргентина отправляется в освояси. Свидетелями поражения Месси на стадионе стали почти 43 тысячи болельщиков. Одни ликовали, другие с грустью покидали арену. На выходе их встречал наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Алексей. Это невероятно. Это просто какая-то фантастика. Один из самых результативных матчей чемпионата мира. 4-3. Французы идут в 1/4, а вот аргентинцы летят домой. Волевая победа Гризмана и компании. Этот матч собрал почти полный стадион болельщиков, и большинство из них были из Аргентины. И вот по словам жителей из ближайших домов, та энергетика, которую издавали фанаты из Аргентины, прям... заходило даже за стекла квартир, то есть в квартирах чуть ли все не тряслось. Кроме аргентинцев и французов, здесь мы встретили фанатов из Мексики, из Перу, из Колумбии, много россиян. Ну вот, несмотря на проигрыш, аргентинцы, в принципе, не в плохом настроении. Все-таки французы – это фавориты Мундиаля. И давайте же послушаем, с какими эмоциями и настроением болельщики покидают Казань-арену. It was amazing. A few days ago we went to Moscow Luzhniki to see France-Denmark, and it was a very disappointing game. Yeah, they deserved to win. Argentina did well. Messi didn't really get a chance to play. But yeah, they scored 2 goals. I think they should be happy with that. Зашкаливает. Много голов. Очень приятно было посмотреть на болельщиков, на матч в целом. Мы в восторге. И это только первая 1/8 финала. И сразу такой матч, даже страшно подумать, что будет дальше. Следующий матч уже в 21:00, Уругвай играет, если мне память не изменяет, да, точно, с Португалией. И как раз в этом матче определится соперник французов по 1/4. Ну а мы, конечно же, радуемся футболу, ждем уже 1/4. Казань-арена продолжает принимать чемпионат мира. Такие настроения. Спасибо, спасибо, Салават. Это был Салават Мухаммадуллин от Казань-арены и болельщики, которые праздновали победу Франции. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Казань и болел за сборную Аргентины. Перед матчем на Казань-арене с ним встретился Рустам Миниханов. Фотографию с Марадоной он опубликовал в Инстаграм. С легендой подписал фото президент. Напомним, легендарный аргентинец посещал матчи чемпионата мира по специальной программе FIFA. С каждым днем все больше людей присоединяется к гуляниям футбольных болельщиков. Сегодня с самого утра на улицах Казани ликовали фанаты команд Аргентины и Франции. Песни, танцы, атмосфера абсолютного праздника в ожидании большого футбола. Как символ французских болельщиков помог их команде, расскажет Алина Мусина. Настроение болеть за сборную так, чтобы эту энергию почувствовали даже за пределами стадиона. В руках не только флаг, но и главный символ Франции – петух. Я привез символ Франции на удачу команды. В Казани мне очень нравится, в отличие от Екатеринбурга. Здесь красиво и люди очень добрые. Доминик сегодня пообещал, если Франция выиграет, то в Казань привезет живую птицу. Здравствуйте, Казань!
Yes, I love it. Аргентинские болельщики не отстают. В отличие от французских, здесь их сегодня гораздо больше. Песни традиционные «Оле-оле» и флаги, кстати, не только в руках, но и на лице. Просят нарисовать аквагрим на все лицо, просят два флага на лицо и на бороду тоже делают. Они делают все, чтобы все были за них. Нам маленький презент. Have to say vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, Argentina. Thank you. Argentina, Argentina, Messi and 12 players more. Они прилетают на матчи любимой сборной, преодолев полпути даже на велосипеде. Так поступила и Анна Малюкова. Родилась в России, сейчас живет во Франции. Да, из Франции, да, из Стамбула. И тут мы будем, ну, будем месяц в России болеть за футбол. Это все разного, все... А что лучше? Лучше? У вас лучше. У вас лучше, да. Кто сегодня не нуждается в переводе, так это крики болельщиков. Сегодня они здесь собрались для того, чтобы поддержать свои команды. Но кубок у них уже есть. Алин Мусина, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. За футбольной драмой сегодня наблюдал и известный российский актер Данила Козловский. В Казань он приехал не только посмотреть игру, но и встретился с воспитанниками спортивных школ. Время нашлось и для общения с журналистами. Как повлиял чемпионат на творческие амбиции звезды, узнал Дмитрий Аренин. На сцене и в окружении футбольных мячей Данила Козловский чувствует себя уверенно еще с детства. Будучи ребенком, он начал играть и в кино, и в футбол. Использовать детство по максимуму актер советовал и юным казанским спортсменам. Вкладывать очень важный фундамент самого себя на будущее. Лучше хоккей или футбол? Футбол, конечно. Большинство вопросов сегодня о футболе. Данила Козловский рассказал, что он, конечно же, болеет за сборную России. Актер верит, что наши спортсмены могут побеждать не только в кино. Та какая-то странная реакция на поражение сборной Уругвая, она, честно говоря, меня возмущает. Команда выиграла Египет 3-1. Какой-то был действительно праздник и счастье. Я был этому свидетель, и я им за это парням очень благодарен. Потому что они мне подарили праздник. Мне, как человеку, который очень любит футбол и болеет, и переживает, огромное спасибо. И я верю в нашу сборную в завтрашнем матче. В Казани Данила Козловский не первый раз и всегда в восторге от города и жителей. Я очень люблю Казань. У меня с ней связаны только замечательные впечатления, события в моей жизни. Потом 1/8 финала. Что может быть лучше? По итогам футбольного мундиаля Данила Козловский, возможно, снимет фильм. Планы есть. Какие? Гость пока, правда, оставил в секрете. Дмитрий Аренин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Пока весь мир наслаждается футболом в России, тех, кто собирается отправиться на отдых за рубеж или уже находится там, сегодня огорчили. Один из крупнейших российских туроператоров, Натали Турс, сообщил об отмене чартеров сразу в 6 городов – Турции, Испании и Италии – из-за нерентабельности. Что делать тем, кто застрял за рубежом, и тем, у кого срывается поездка, выясняла Лина Зинатулина. На чартерах Натали Турс в последние месяцы примерно по 700 пассажиров в неделю. Это на всю Россию. По словам главы компании, закрытие этих рейсов вынужденное. Нужно сократить убытки от плохо продающихся чартерных направлений. Глубина продаж была достаточно низкая. Заполняемость не превышала 60-70%. По нашей оценке на ближайший уикенд речь идет о порядка 400 человек по всем направлениям. Ну и дальше эта цифра будет только падать. Регулярные рейсы, как говорят в руководстве Натали Турс, останутся в прежнем режиме, ведь это основной объем компании. А вот пересаживать на них пассажиров-чартеров в разгар сезона было бы слишком дорого, поэтому им решили вернуть деньги за несостоявшиеся туры. Разъяснить, как Натали утолит их печали, мы попробовали в казанском офисе компании. Двери открытые, клиентов нет ни за путевками, ни за деньгами. Обращаться надо к своему турагенту? К агенту, который пишет, соответственно, письмо на возврат, и туроператор возвращает отмененный чартерный рейс эту сумму, которую была в заявке. А срок? Ну, течение там от 3 до 7 дней. При этом юрлицо Натали Турс сообщает, возврат средств будет осуществляться в соответствии с законодательством. По закону о защите прав потребителей срок ответа на письменное заявление 10 дней. Не сказано рабочих или календарных, так что возврат может затянуться и до 2 недель. Все ли успеют перепланировать свой отпуск – вопрос. Как и то, спасет ли компанию отмена чартеров. Последние где-то полгода ситуация складывается так. Люди приезжают в гостиницу, и номера не оплачены. Они фактически гостиницу платят чуть ли не в первый день заезда туристов. Мы все прекрасно понимали на рынке, что это очень плохой сигнал.
И вот они официально объявили о том, что вот они снимают частные рейсы. Я думаю, что здесь ситуация более худшая. Я думаю, что у них кончились деньги. Удастся ли туроператору выплатить, покажет время. Сейчас у Натали Турс остались регулярные рейсы по 55 направлениям, а чартеры выполняют только, чтобы до следующих выходных вернуть всех клиентов домой. Из России самолеты по этим программам полетят уже пустыми. Лена Зинатольевна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Тление полигона твердых бытовых отходов под Лениногорском ликвидировано накануне. Мы сообщали о возгорании там мусора. Площадь превысила 13 гектаров. Сначала пожарные затушили открытое горение. Оставшиеся очаги тления засыпали грунтом. Происшествие ликвидировали больше 40 человек и двух десятков единиц спецтехники. Из всех регионов Казахстана Западная область ближе всего к Татарстану. Сегодня в Казанском Кремле прошла встреча президента Рустама Миниханова с казахстанской делегацией во главе с акимом Алтаем Кульгиновым. Сначала экскурсия для гостей, виды Новой Казани. Позже обсудили перспективные направления сотрудничества. Это туризм, АПК, поставки продуктов питания. Глава казахстанской делегации предложил провести деловой форум. А в сентябре в Уральске состоится Сабантуй. Принять участие пригласили и Рустама Миниханова. День кораблестроителя отмечают по всей стране. В Татарстане главный праздник развернулся в Зеленодольске, который так и называют «Город корабелов». Уже больше 150 лет на заводе имени Горького строят суда для рек и морей. Кто-то на корабельной волне всей семьей. Общий стаж самой большой династии 800 лет. О том, как это посвятить всю жизнь кораблестроению, расскажет Лина Зинатулина. Левый берег Волги в 40 километрах от Казани. Уже с конца 19 века здесь парадские судоремонтные мастерские, которые станут огромным заводом имени Горького. За годы его существования отсюда отправят больше 1500 морских и речных судов. Не только на всю Россию, но и в Китай, Индию, Турцию, Алжир, Германию и много куда еще. В Зеленодольске в день кораблестроителя действительно есть что праздновать и кого поздравлять. Чем и занялись на площадке спорткомплекса «Авангард». Кроме концерта, на сцене награждение лучших работников трех гигантов – завода «Горького», проектно-конструкторского бюро, электромонтажного предприятия «Эра». В Зеленодольске военные, пассажирские и грузовые суда проходят весь путь от проектирования до спуска на воду. На одном только судостроительном заводе трудится 5000 человек. Какие прекрасные сотрудники работают в кораблестроении. Женщины и мужчины – молодые и опытные инженеры, сборщики, электромонтеры, мастера цехов. В кораблестроении и целые семьи не в одном поколении. Династию Шибаловых. Общий стаж более 128 лет. 128 лет на 12 человек. Муж, сестра, дети, племянники. Большая семья Валентины Шибаловой нашла себя в разных цехах, отделах и должностях. Муж замдиректора, а дочка в отделе цен работает. Зять в цехе 18. Кто был у вас первопроходцем? Я. Всех за собой потянули? Да, и все пошли. Главный заказчик – Минобороны страны. Завод – один из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. В 2015 году отметили 120-летие. Мы сегодня имеем хорошие свои перспективы. Заказы до 2023 года. Мы только каждый год увеличиваем объемы. От 15 до 20% от достигнутого. И все благодаря зеленодольцам. Среди горожан с кораблями связан как минимум каждый второй. Ну, конечно, с гордостью. Все-таки живем в таком городе, такое у нас есть предприятие. Знаете, я вообще не местная. То есть я когда сюда приехала, я даже не знала, что здесь такой чаще завод есть. Я очень, как сказать, горжусь теперь, что я здесь живу, что у нас здесь такой завод, который очень знаменит. День корабелов – праздник, который собрал, кажется, весь город. Дети на веселых эстафетах, молодежь в футболе и баскетболе, те, кто постарше, на шахматном турнире. И все это на одной площадке. А профессиональный праздник появился всего 2 года назад. И в Зеленодольске, как нигде, рады новой традиции. Лена Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. И мы возвращаемся к теме футбола. Аргентинцы покидают чемпионат. Их болельщики – нашу страну. Сегодня мы поинтересовались у туристических волонтеров, с какими вопросами чаще всего фанаты обращались к ним. В основном просят карту города, где поесть и обменять деньги. Были они обычные просьбы. Какие – в интервью нам рассказал руководитель туристско-информационных центров Казани Наталья Абрамович.
Добрый день, Наталья Вадимовна. Спасибо, что согласились с нами на встречу. В Казани уже большинство матчей прошли. Наверное, можно подводить первые промежуточные итоги. Я знаю, что у вас работали информационные центры все эти дни и продолжают работать. Сколько туристов обратились к вам и из каких стран в основном? У нас работает на улице Баумана туристско-информационный центр, который обеспечивает информационную поддержку болельщиков. И также работает в аэропорту, в международном нашем туристско-информационный пункт. Кроме того, на центральных улицах расположены 5 информационных шатров. Если говорить о наших офисах, в общем, это примерно около 5000 человек обслужили только наши офисы, и более 15000 болельщиков обслужили наши помощники, работающие в шатрах на улицах города. Все-таки интересно, с какими чаще вопросами обращаются туристы, потому что многие из них, насколько я понимаю, впервые в России, в Казани. Вот были ли необычные вопросы, может быть, какие-то просьбы? Спрашивают, где отведать национальную кухню, как пройти на фан-фест проехать. Спрашивают вообще о транспортном обеспечении, как добраться до стадиона. То есть, ну, такие, в общем, тривиальные вопросы. Но были, конечно, и запросы о помощи. Ну, например, иранская семья, супруга подвернула ногу, и муж искал ей инвалидную коляску. Наши девочки помогли найти и купить им, приобрести эту коляску. И он заверил, что как только жена выздоровеет, он отдаст эту коляску на благотворительные цели. К вам обращается много туристов. Были ли среди них известные персоны какие-то? С уверенностью сказать мы не можем, но у нас есть подозрение. Травмированный игрок сборной Германии, похоже, заходил в наш офис. Вечером мы увидели его на игре. Он попросил у нас карту города Казани и очки для сна. Если мы говорим о туристических маршрутах, какие были самые популярные? Самые популярные маршруты — это, конечно же, обзорные экскурсии по Казани. В первую очередь болельщики хотели бы познакомиться с нашим городом. Но также очень много болельщиков, причем иностранцев, в первую очередь, уехало на остров Град-Свияжск. У меня лично была такая история. Ко мне подошел мексиканец и говорит: я у вас уже 4 дня. Кремль видел, музеи видел, реку видел, видел фан-фест. Что мне еще посмотреть? Понятно, что я ему сказала Болгар-Свияжск. И в этот момент о чем подумала я? А чем бы его удивить? И я не смогла ответить ему на этот вопрос. Что вы бы ему сказали? Я бы, наверное, его отправила на смотровые площадки для того, чтобы он увидел еще Казань практически с высоты птичьего полета. Лично наше впечатление, как у журналистов, мы очень часто общаемся с болельщиками. Им очень нравится в Казани. Очень многие даже хотят остаться здесь. Или вернуться. Турист, который приедет сюда, мы можем говорить о том, что он не забудется, ему помогут и подскажут. Конечно. У нас очень хорошо поставлена работа по информационному обеспечению. Можно видеть, какая хорошая навигация на всех центральных улицах и на тех объектах, где проходят соревнования и там фан-фест. И, конечно же, наш опыт проведения Всемирной универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта. В прошлом году такая разминка была перед чемпионатом мира Кубок Конфедерации. Дали нам возможность оттестировать все вот наши усилия по как раз-таки информационной поддержке, по созданию в целом комфортной ситуации в городе. Ну и у наших болельщиков есть еще масса времени, чтобы прочувствовать 1001 удовольствие в нашем городе, в нашем Татарстане. Спасибо, Наталья Вадимовна, что нашли время. Так что мы вместе с вами продолжаем болеть за наших и смотреть футбол. Да, спасибо вам. Пока все болельщики искали тень в центре Казани, в Тетюшах отметили День солнцестояния. На мордовский язык праздник переводится как «Валдашинязь». Вокруг праздничной сцены собираются после завершения всех полевых работ. Как мордовский аналог Сабантуи уже стал традиционным для района, слово Альбине Минибаевой. Мордовия – столица пары куле-кулема, пайгане ансамбль бартатария с улема. Мордовские частушки о татарской земле. В деревне Кильдюшево сегодня это самые родные песни. Мордовский праздник солнцестояния встречает гостей тетюшскими гастрономическими традициями. 4 вида ухи. Выбирай на вкус. Это уха у нас спрудовая, карась-карп, но он... Маленько горьковатый, прудовая. Когда попробовала, теперь уже даже везде во всех рыбах ем пузырь. Да. Так что, да. Ну, я не знаю, ну, с Богом. Да. Прудовая приправа у нас есть тут, ага. Ну, пробовали? Как? Да?
скажите. Это очень вкусно, это деликатес. Я не специалист, но вкусно. Праздник Валдашинязь в этом году юбилейный. Приехали коллективы чуть ли не со всех районов республики и соседних регионов. Свои корни, чтобы не были, как Ивана не помнишь родства. Ну и, конечно, дружба народов, она всегда актуальна. Это самая мордовская песня про любовь. Про любовь. Про самую чистую любовь. Самая чистая. Девушка пошла, а парень за ней. Все. Да. И любовь. Любовь. А как и не любовь? Раньше у нас такой любовь был. Ночь для калитки станешь, а калитку за ручку держишь. И все. Да, и все. Больше нельзя. Тогда не целовались. Пятый по счету Валдашинязь собрал 50 коллективов. Приехали из Ульяновска, Самары, Саратова, Чуваши и Мордовии. Тысячелетия исторически здесь проживают мордовский народ, макшане, эрзяне. В тесной дружбе с другими народами. В центре представления образ солнца, поэтому праздник и переводится как «День солнцестояния». Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ. Тетюшский район. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Откладываем телефоны в сторону, ловим свежую порцию новостей интернета. Последние недели у людей разные вопросы. Где снять жилье? Как объехать последнюю милю? Где купить билеты? Как спасти птичек? И так далее. Но все они связаны одним единственным – чемпионатом мира по футболу 2018. Ну, друзья, давайте разбираться со всеми этими проблемами. Итак, найдено самое дешевое жилье в Казани. Та-дам! Дешево и сердито. Зато спешу отметить, что сразу возле стадиона. Кстати, о жилье. Прилетел к нам Лионель Месси. Здесь сейчас все девочки. И поселили его в гостиницу с видом на граффити Криштиану Роналду. Ну, наверное, с посылом, чтобы Месси не забывал о том, кто здесь батя. Но, чтобы футболиста не было обидно, рядом начали уже рисовать граффити с изображением аргентинского футболиста. Так что теперь у нас две легенды рядом. Пока сильно не углубились в футбольную тему, наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя президента началась вот с такой фотографии. Главный болельщик. Истинный фанат нашей сборной. После Рустам Миниханов поздравил всех с Днем молодежи. А потом отправился на матч между Южной Кореей и Германией. И тут есть забавная серия фотографий. Настроение гостей меняется в зависимости от счета. Итак, Южная Корея, Германия. 0-0. 0-1. 0-2. И немецкая сборная прощается с Россией. Также Рустам Миниханов посетил выставку «Дни поля» в Татарстане. И тут у нас новый модернизированный пони. Причем он настолько новый, что пока сам не передвигается. Как видите, не может, но 21 век, все возможно. Ну и вот такие миленькие маленькие утята. Не удивлюсь, если они тоже приехали в Казань на чемпионат. Казань-арену уже можно смело назвать стадион «Давай поженимся», потому что одинокие сердца здесь смогли найти друг друга. Два предложения были сделаны во время чемпионата, и это только те, о которых известно в сети. Сначала на матче Колумбия-Польша. После забитого колумбийцем мяча Сергей из Омска сделал предложение своей колумбийской девушке Кэрн, которая, судя по эмоциям, сказала «да». А во время матча между сборной Южной Кореи и Германией житель Кореи сделал предложение своей девушке. И она тоже ответила «да», но это при том, что Корея обыграла немцев. А если нет, интересно, ответила бы она так же? Непонятно. Но не у всех слезы от счастья. И этот парень плачет, потому что очень уж сильно он переживает за свою сборную Ирана. А вот завтра наши болельщики будут стоять и плакать во время матча с Испанией. Но я надеюсь, что мы будем это делать от счастья.
Раз уж затронули испанскую сборную, пару слов о них. Зоозащитная организация ПЭТА наградит двух испанских футболистов Иско и Пике за спасение птиц на матче в Казани. Спортсмены поймали птиц, которые оказались на газоне, и помогли им улететь. Podía hacer algo más importante, desgraciadamente no lo pudo hacer. Marruecos podía hacer algo más importante, desgraciadamente no lo pudo hacer. Самое главное, чтобы завтра наши футболисты также миленько на ручках вынесли испанскую сборную. Ребят, ну я хоть как-то пытаюсь подбодрить нас к завтрашнему матчу. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. И тут тоже все про футбол. На первом месте матч Россия-Уругвай. 0-3, к сожалению, не в нашу пользу. Второе место Южная Корея. Германия 2-0. Впервые Германия вылетает с чемпионата, а ведь это действующие чемпионы. И на третьей строчке Сербия-Бразилия. 0-2. На этом сегодня все. Присылайте свои фото и видео, различные новости. А если вы на матче чемпионата, то обязательно присылайте интересные кадры, и вы обязательно будете в сети. Пока! Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом ТТС Гарант. По адресу город Казань, Юдина, улица Бирюзовая, 38. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Юбилейная арифметика от страховой компании «Чулпан». Все лето полис страхования выезжающих за границу доступнее на 10%. Страховая компания «Чулпан». Рядом в трудную минуту. Привет, это Нюша. Наконец приезжаю к тебе в гости с большим концертом 6 июля в Корстоне. Приходите на самую белую ночь в этом году. Big White Night Show. Обещаю, будет очень круто. Ваши любимые песни и живой звук. До встречи. Билеты можете приобрести на ticketland.ru. Булгар радиосы тәкъдим итә. 30 август. Пирамида концертлар залында Булгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә. Бәйрәм концертына рәхим итегез. Не упустите возможность стать владельцем нового автомобиля «Лада» в «КанАвто» с выгодой до 155 тысяч рублей. «КанАвто», Мусина 37, телефон 230-30-30. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике «Медел» уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Начиная свой день, мы ставим перед собой новые цели и задачи, которые, на первый взгляд, кажутся простыми. Но они немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Здравствуйте! В первый день июля температура превысит 30-градусную отметку. Осадки по-прежнему маловероятны. Подробнее о погоде после интересной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево до 30 градусов тепла и солнечно. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ясно и жарко, плюс 31.
На севере Татарстана, Менделинский, Агрызи, Менделеевске, будет солнечно до 30 градусов выше нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, синоптики обещают 30-градусную жару без осадков. Ясная и жаркая погода на юго-западе республики. Тут плюс 31. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, переменная облачность и также 31 градус тепла. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Будет также жарко и без осадков. В Казани завтра будет солнечно и жарко, плюс 30-32. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Приятных выходных в кругу близких. До свидания.